В Ивановскую область к месту постоянной дислокации после участия в параде в честь Дня Победы возвращаются знаменитые «Ярсы». Тяжелые ракетные комплексы вышли из подмосковного Алабина. Им предстоит преодолеть почти 400 километров пути. Как рассказали военные, по прибытии техника пройдет плановый техосмотр. Кроме того, машинам поменяют камуфляж. Перед 9 мая все установки перекрасили, чтобы придать им парадный вид.